Приветствую всех на канале Gaming Social с вами. Как всегда, я Винультра, и я решил тут что-то подумал. Думаю, не надо качаться, надо снимать, надо добить эту сюжетную линию, так скажем. И... А потом уже качаться как. Поэтому поехали. Нам надо найти Роллу и поговорить с ним. Возможно, серия будет коротенькая, но... Что есть, то есть. Как твои люди, Ролла? Они готовы сделать то, что нам нужно? Им жаль Лорка. Многие сражались вместе с ним и помнят его сказания о былых битвах. Впрочем, забудь. Мы готовы. Что нам нужно делать? Ждите сигнала. Ждите сигнала. Действуйте, когда я подойду к Эстрид. Я стану твоим топором. Скоро придет ночь. Тогда и нападем. Прости, что вмешалась, но... Раньше приносили в жертву Джона ячменное зерно, чтобы земля была тучной, а урожай богат. Брось эту языческую чушь. Теперь есть лишь один бог, и он о нас позаботится. Что в этой жизни, что после. Нет, разумеется. Чтобы земля была тучной, а урожай богатый. Брось эту языческую чушь. Теперь есть лишь один бог, и он о нас позаботится. Что в этой жизни, что после. Эй, постой! Сдавайтесь, Сакфы! Леди Эссекса в наших руках! Пиздец какой-то. Хотел как заебись, но он просто не уходил, хули там сделает. Вы вообще на меня хотите, блядь? Где ты, козел? Все вместе. Да ёпта мать. Сдавайтесь, Саксы! Леди Эссекса в наших руках! Да ёб твою мать. Да ёб твою. За то, что ты меня, блядь, трогал. Когда час пробьет, я буду готова. Меня похищают! Спасите! Стража! Стража! Ты пойдешь со мной! О, нет! Оставь меня, подлая тварь! Стража! О, горе мне! Пусти! Боги! Так тебе не обмануть ребенка! Руки прочь, зверь! Боже! О, нет! Ти-ти-ти-ти-ти! Иисус, помоги!
Так. Капец, она бы еще громче кричала, блядь, что ее похищают. Да, блядь, заебал ты меня. Господь нам поможет. Умри! Блядь, ты ебаный в рот. Как мне копейщики бесят. Правильно, вот так. О, никого нахуй не осталось. Ну, блядь, вообще похуй ему. Его, блядь, только копейщиков так реально, сука, хуярит. Потому что, ну, блядь, реально, ну все. Вот. Заебись, раз. И упал, нахуй. О, чё припёрся. Умри! Умри! А, нахуй тебе. Козёл, блядь. Ну, куда их? Откуда столько? Пошли. Естественно. Особенно с учетом того, как ты, блядь, орешь. Стража! Стража! Вот заткнись уже, блядь, заебало. Своей стражей, нахуй. О, блядь, вот сиди, вернее, лежи. Да ладно тебе. Какие тут все-таки горы высокие, блядь. О, она еле-еле ползет, блядь, в высоту. Думаю, уже можно не бежать, верно? А кто приставил к тебе стражу? А, ты их заметила? На этом настоял Пенкеадр. Он так за меня волнуется. Ох, какой день! Сердце так и бьется. Радуйся, что бьется. На твои вопли сбежалась половина стражи Колчестера. Все должно быть по-настоящему. Отец говорил, я хорошо притворяюсь. Пылы тебе точно не занимать. Разве тебе было не весело? Кажется, то, что того не того обвинили, сейчас нам пизда будет. Признаю, мне понравилось похищать принцесс. Я отважно дала отпор похитителям. Но что теперь со мной станет? Вон. Не лишат ли меня чести? Не волнуйся, ей ничто не грозит. Как же так, Эйва? Сейчас я ее лишу чести. Наконец-то. Теперь лишь пенящиеся воды пролива отделяют меня от дома. Вы справились, Ролла. Ты и твои люди. Готовы отплывать? Шипящий сын Локи вспенивает воды пролива. Придется нам дождаться ясной погоды. Берегитесь. Люди Альфреда будут искать Истрид. Пусть Бирстон и отзовет своих. Эйвор, сейчас не время тревожиться. Мы празднуем. Я принесу тебе меда. Нет, спасибо, не надо, сам пей. Бирстон ждет тебя к северо-востоку от Колчестера. Но ты заслужила больше, чем обещал мой муж. Я буду ждать тебя. Подальше от пирующих данов. Оу. Ну давай, сходим. Или чё? Или как? Поищу Бирстона. Наверное, он на охоте. Обман достойный самого Локи. Мы, смертные, похитили их Иду. Подальше от... А подальше тут насколько подальше? Просто своя система. Вы чипанутый, что ли, кричать там столько? Тихо. Я... блять.
Ужас. Так. Блин, а где она нас ждать-то будет? Ага, вон, вижу. Интересно, что меня ждет? Новая жизнь. Или, напротив, прежняя? Прежняя жизнь. Родина. Боже, все эти годы, как долгий сон наяву. Как ожидание, когда меня наконец разбудят. Теперь ты проснулась. Скажи, ты о чем-то мечтала? Конечно. О том, что за проблесками счастья последует нечто большее. Настоящая радость и любовь. Ляг со мной, Эйвор, под звездами Англии. Пусть это станет моим последним воспоминанием о ней. Ну ладно. Сегодня мы будем вместе, но завтра начнется новая жизнь. Ты не пожалеешь? Тише, молчи. Иди ко мне. Оу. Ну а с мужем мы должны ее заключить союз. И как бы на этом все. На этом все кончится. Наверное. Надеюсь. Прощай, любовь моя. Нихера, вот опять на косарь же отправляют. Ну, блядь, это пиздец же. Косарь. Ну и где этот косарь? Охереть может. Я пока до туда дойду. Второе пришествие, блядь, будет. Так, нам-то надо туда поближе, а мы перейдем. Отлично. Все еще стражники. Ну, меня бы уже спалили вот эти. Значит, не все так печально. Наоборот, все хорошо. Выгнать бы их из города. Да вот, сука, что-то они только не выгоняются. Здесь мне точно не рады. Язычники, сплотимся же во имя Господа! Охуеть, блядь. Хотел срезать, нахуй. Ты не убьешь. Были у меня такие подозрения. Так, и чё? Здесь совсем ничего нет. В принципе, это лучники. Пиздец, это ебанулся, блядь. Это такое ощущение, что специально нахуй сделано, чтобы, ну, вот дольше возитесь здесь. Все, короче, идите нахер. Какой-то дебил, блядь, не позвонил. Серьезно, это пиздец какой-то. Осмотрись вокруг. Кто бы сомневал. Найдите Берстена и поговорите с ним.
старый друг. Скоро мы поохотимся. Мирстон, Эстрид сказала, ты ждешь здесь. Милая Эйвор, благодаря тебе я воссоединился с возлюбленной. Тены уже спрашивали, почему ты не ищешь Эстрид? Да, конечно. Я сказал, что надежды нет. И бросился на постель, рыдая в голос. Как тут не поверить? Этого может не хватить. О, брось. Вокруг лишь шелест листвы. Все интриги Колчестера остались позади. На охоту. Следуйте за Бирстоном. Пошли. Хули он сидит? Ну, собака не дает встать. Спорим? Нет, ладно. Ладно, все, я проспорил. На кого мы охотимся? На вепря. Удивительный зверь, не так ли? Свирепость, горящие глаза и острые клыки. Я знавала одну деву щита. Она билась верхом на вепре. Звала его Яроклык. Поразительно. Твои истории интересно слушать. Но нам вепри нужны не для езды, а для пира в честь Альфиды. Твоей полюбовницы? Он уже кто-то убил. Если обман раскроется, Альфред лишит тебя титула. Наш союз будет бесполезен. Не бойся, я буду осторожен. На пиру в моем доме будут лишь друзья и моя семья. Там мы и скрепим нашу дружбу. Ламос был совсем недавно. Меня никто не узнает? Нет, для всех ты просто Данка. Да и в той суматохе людям запомнились разве что крики Эстрид. Это твои земли, я положусь на тебя. Как Альфида? Она такая пылкая. Наша любовь горит жарким огнем. Совсем как в юности. Да и Элурику я рад. Он мне скорее как сын, а не младший брат. Я столькому хотел бы его научить. Вот, здесь водятся лучшие вепри. Ой. Только что-то здесь все печальненько. Такое ощущение, что битва должна быть очень большая. Перипетии. Убейте кабанов. Опасные звери, но вкусные. Вперед! Нужно подготовиться к пиру. Изи. По-любому три надо поймать. Славный вепрь для моей любимой. Подойдет для пира в ее честь. Я туда. Я высосу весь мозг из твоих костей, свиное отродье. Рука устала. Мы молодцы, Эйвор. Я знаю, спасибо. Правда, славная я молодец. Охота. Думаю, на сегодня хватит. Даже мои тены не останутся голодными. А уж им всегда мало. Вцепились в меня, словно волки. Тебе они докучают, зато меня позабавили. Я сыта по горло распрями ярлов и проклятой политикой. Ты сделала нас по-настоящему счастливыми, Эйвор. Ну фиг знает. Спасибо тебе от всего сердца. Бирстон, следуя велению сердца, искал и обрел любовь в печальных чертогах своей памяти. Красиво сказано, мой друг. Красиво сказано. Идем, Перси, псина ты горемычная. От тебя толку чуть. Зачем я только тебя держу? Встретились с Альфидой. А, с Бирстоном и Альфидой. Ну, поехали, встретимся. И опять 500 метров. Это ж пиздец. Чё, что можно? Ой. Я думал, сейчас свадьба будет. О, опять туда возвращаемся, да?
Смотрите, как заебись. Накину-ка я капюшон. Пиздец, нахуй. Как здесь потом лутаться, я не представляю. Вверху. Че? А, так вот так, да? У тебя хуй найдешь, во-первых, когда светится. Так, ну тут не залезть. А вот тут залезть. Почти полный колчан. О. Охота была мне милее до... Бирстон, ты обещал мне, что мы с тобой больше не расстанемся ни на миг. И уже хочешь улизнуть на охоту. Ха-ха-ха. Для пира, милая. Мы многим обязаны нашей подруге. И я отплачу за ужином из свинины и эля. Сестра, ты забыла, где находишься? Элурик, я заслужила свое счастье. Или я должна нянчить тебя вечно, неблагодарный? Счастье, да. Но каждую ночь ты позоришь себя, отдаваясь этому кабану. Придержи язык. Мне тоже есть что сказать. И что же? То, что ты вернулась к человеку, который давно променял тебя на франкскую девку? Который приказал Дану похитить ее в ночь Ламоса? Не смей дерзить. Или то, что ты позволяешь ему спать с тобой, не надеясь на что-то большее? Об этом шепчется весь Эссекс. Он женат, жену его похитили, а ты всего лишь его... Всего лишь мать его сына, щенок. Oh. Сына? Альфеда. Прошу, малыш, я... Я не прощу тебя за это. Никогда. Ой, как эмоционально. Я вот прям поверил, блядь. Мой лорд, добрые вести. Господь ниспослал свою милость. Люди Альфреда нашли Эстрид. Они уже скачут ей на помощь. Вот это поворот. Я не позволю им помешать нам. Поговорим, когда этот корабль отчалит. Я все исправлю, но однажды позову тебя, и ты придешь. Можешь не сомневаться, друг. А, все-таки его предали, короче. Чуть повыше. Насколько повыше? А, вон он. Давайте сгоняем, возьмем. Почему бы и нет? Артефакты вещь хорошая. Так, и что у нас? Угу. Ну, ближайших... Ни пристани, ни хера нету. Пешком придется. Да. Если бы нами правила Эстрид, я пошел бы за ней куда угодно. Понятно, фанатик хуев. Мужики, одним словом. Так. Где? Поехали. Что, все подобрали? Ну, надеюсь. Ты, блядь, пока крутишься вокруг себя.
Столько времени, блядь, проходит. Че вот там точки мои горят какие? Все. Так, если по путям что будет, мы обязательно с вами соберем. Если этот волчара еще, блядь, научится ездить нормально, вообще полноценно не было. Вот там рыба вон плавает. Только что было. Речка, видать, вода под нами до сих пор проходит, чтобы типа журчание слышно было. Наверх. Ну-ка. Ладно, одну он убил. Вторую чё-то пошло не так. Ой. Давай, 200 метров. Ну, сейчас узнаем, что... Эстрид так близка к свободе. Надеюсь, еще не поздно. Поздно. Давайте я довезу. Ролла! Люди Альфреда нашли вас! Что? Как же так? Нас кто-то предал? Герхельд, защищай Эстрид. Заберут ее Бирстону конец. Они подстрелят нас всех, как дичь! Саксы! Вот ваша знатная шлюха! Ну же, сюда! Герхельд! О, я так и знал, что это она. Это была ты? Предательница! Проклятие! Отпустите ее, Даны! Если она цела, мы пощадим вас! Сы уже бьет! Защищайте щит! Немножечко ошибся, бывает. Жаль, конечно, что она умерла. Этот чувак мне теперь не простит, что я не прав. Астрид, ты ли это? Или не ты? Как бы смотрел, по-моему, она. Кого заберет Один? Дай ко мне! О, прям не хотел умирать. Зато вы теперь знаете, кто виноват. Ой, как красиво. Мне все-таки добивание не классно сделали. Да, блять, у меня стамина кончилась. Откуда их столько? А, их когда определенное количество. Так, вот я козел. Ой, сами. Автонаводка топоров — это лучшее, что могли придумать. Ну, так-то валялся, между прочим.
Ну-ка за мной! Вот оно как! Не, ну конечно на того. Блять. Она его, наверное, любила, а он там. Спасибо. Ты жива? Эйвор! Эстрид! Нет, не жива. Так это Герхельд предала нас. Нужно было верить чутью. Она всегда завистливо на меня смотрела. А ты мне ничего не сказал. Это моя вина. Прости, Эстрид. Не кори себя, Ролла. Ты же не мог знать, что закончится. Она же сидит так, как будто все нормально. Ты в силах идти? Я могу вытащить стрелу, но боль будет ужасной. Стоять смогу. Ты ведь дашь мне руку, Ролла. Останемся здесь, умрем. Перевяжем твои раны на корабле, милая. Ты еще увидишь родину. И умрет на этой родине. Когда а мы ее там похороним. Зима, лето подарит тебе цветочный наряд. Твоя краса никогда не увянет. Позаботься о ней, Ролла отважный. И если пристанешь к нашим берегам, буду рада увидеться снова. У него еще пояс ассасина, видели, да? Эстрид ранена. Но она успеет увидеть берега Родины. Надеюсь. Берстон получил, что хотел. А Эстрид плывет в земли франков. Так. О. О, все, закончили. Ну, пошлите, сейчас я навыки прокачаю какие-нибудь. Урон в дальнем. А это чё? Ножом сакса нет, не идёт. Ну, это можно сделать и вот так. Копьё. Так, допустим. Я там до какого-то навыка, блядь, топал. Блядь, до этого теперь топал. До какого я навыка топал? По-моему, все уже открыл. Обидно, что очков адреналина, короче, всего 4. Это прям реально обидненько. Так. Урон в дальнем бою. Урон топлив. Ну, короче, похер. Что это такое? Яду. Снижает урон. Ну, давай вот это. И вот это. Почему бы и нет, как говорится. Ой. Так, погнали. Какая хером разница? Так, где мы? Где наш дом? Ну, меч охуенный, конечно, блядь. Огонь просто. Просто огонь. Так, ну главное, что здесь ничего не это. Не разграбили, ничего. А, так вот 4-то откуда взялось. Эйвор. Эйвор? Странное время. Что ты мне предложишь? Ну-ка, давайте проверим, что там. Что у тебя случилось? Что у тебя случилось? Петра, почему ты так на меня смотришь? Что-то случилось? Нет, нет, все хорошо. Просто я... Ох, это непросто. Да говори. Я слушаю. Ну, мне так понравились наши с тобой приключения, Эйвор. Правда, очень.
В общем, я пытаюсь сказать, ну... Ты мне нравишься, Эйвор. И я хочу сделать следующий шаг. Вдруг мы могли бы быть вместе? Я люблю тебя как друга. У меня уже есть любимый человек. Я польщена, Петра, но... Я так и знала. Ну, конечно же. Не казнись, мне и правда... Ну, что же, ты теперь хотя бы все... А если мы с той расстанемся? Блять, я никогда не знал, что такой хуйней буду заниматься в игре, конечно. О, это ты, живака? Ага, тут ничего нету нового, я понял, все. Так, ладно, давайте сначала задание зададим. В Эссексе мне пришлось заниматься делами сердечными. Союз заключен, но я привыкла решать вопросы в бою. Поняла. Спасибо, Эйвор. За что? Свет! Свет включите, пожалуйста. Свет выключили. Ужас. Ролло. Ем свикнай. А, все, типа. Посмотрим на карту союзов. А, короче, изменять тут нельзя. Блять, что со светом? Сто шестьдесят, 250. Сто девяносто. Ну, на 160 полюбас он дойти. Тут тоже 160. А тут чё? Давайте. Давайте. Не, блин, так-то тут дочистить бы. Ну ладно. Ладно, это мы уже с вами начнем в следующем видео. Мне пора. Стой, 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 давай с ней расстанемся. Все, меняем себе девушку. Не-не, поматросим. Может, зачем? Кто со светом? Поматросим и бросим, я придумал. Самая короткая серия будет. Буду откровенна, Рандви. У нас с тобой ничего не выйдет. Прости. И правда, откровенно. Если так, то имей в виду. Назад пути не будет. Я уверен. Я давно об этом думала и утвердилась в своем решении. Больно это слышать и больно признавать. Но, может, все и так. Зря я надеялась, что что-то выйдет. Ха, все, нет. Мне пора. И чё? А, ну заебись, она зависла. Ну и ладно, нашим же лучше. Короче, она зависла в такой... Ебанутая игра, она глючит, блядь. Чем дальше в лес, тем больше по дровам, мне кажется. Так, а теперь мы, короче, пойдем и там закрутим. Иди сюда. Эйвор. Петра. Я теперь свободна. Я наконец свободна. И мне нужна только ты. Оу. Я не могу сдерживать чувства к тебе. И хочу быть с тобой. Если ты не передумала. Нет. Ты моя мечта. Боги. Я боялась, что ты ответишь иначе. Ведь тебе не сидится на месте. Ты вечно странствуешь. Но всегда возвращаюсь. Чего ты ждешь? Поцелуй меня. Воу. На виду всей деревни сосутся, а? А сейчас, короче, та застукает. Иди сюда. Было бы вообще заебись. Да. Одни постельные сцены. Блять, почему постельные сцены мы должны пялиться на дом?
аж обидно. А, досадно, да ладно. Так, ну что? На этом мы с вами закончим, я думаю. Да. А, вот. Серия вышла прям безумно короткая, но нужно было добить то, что мы имели. По факту, потому что... Потому что надо было нам так сделать. Ибо как-то стрёмненько получалось, да? Мы же добили. Да, у нас остался Асгард. Где нас 280-й волк ждет, а мы при этом уже на данном этапе. Какие мы? 264-й, то бишь. Сейчас, если завтра все-таки я прокачаюсь нормально, то мы все-таки начнем завтра серию с Асгарда, потому что ну уже пора, уже тянуть некуда, уже надо убивать его и смотреть, что там будет дальше. Так как 280 это не предел, есть 400, я так думаю, 400 это предел, то наверное все-таки на 400 закончится эта ветка, хотя мне кажется, она уже подходит к концу, но это чисто мои догадки. Вот. Ну а вы были на канале Gaming Social. Спасибо, что посмотрели данное видео. Спасибо, посмотрели, что серию. Подписывайтесь на наш канал, если видео понравилось. Если не понравилось, все равно подписывайтесь и сделайте нас лучше своей критикой, чтобы у нас видео делались лучше. Вот, мы всегда открыты для критики. Главное, конструктивное, а не в пустозвон. Вот. Напоминаю, что у нас проходит розыгрыш в группе ВКонтакте. Можете подписаться на нашу группу ВКонтакте. Ссылочки все есть в описании. Также можете поддержать наш проект, если есть такое желание, если у вас есть. Вот. Поэтому на этом я с вами прощаюсь. Встретимся в следующих видео. Пока-пока.